Всем привет, дорогие друзья. Продолжаем играть за Fisher Online. Купил я, значит, таки катушку. Думал, сейчас как надену ее на свои прекрасные донки. Чтобы... У нас, короче, фрикцион не вывозил. Я тут пытался поймать рыбку, вылавливать. У меня вся леска нафиг вымоталась. В общем-то, первый раз у меня такое было. И думал я купить катушку. Купить катушку другую. Купил, значит, катушку. А она не надевается. Прикиньте, что? Она не просто берет и не надевается на донки. И оказалось, что это катушка для спиннинга. Ну и пришла мне идея собрать себе офигенный спиннинг. Я его собрал. Сегодня вы его увидите, конечно же. Сегодня мы с вами поедем в другую сторону, порыбачим здесь. Так. Ой, как атмосферно, да? Классно. Как будто бы не в рыбалку даже играешь. Вообще топово. Я тут еще побегал, немножко грибы пособирал, монетки пофармил, креветочные хвосты 66 штук нафармил, ночью порыбачил, думал, денег заработаю, выставил на продажу, ни хрена не купили. Может быть, кстати, часть купили, 66 только осталось у меня их просто. Ну так бы УАЗик бы, да, оставлять бы под светочкой, чтобы он светил. Так, ну, настал тот момент. Смотрите, значит таки, я наловил рыбы. Новички, кто смотрит меня, смотрите. Я наловил рыбы двумя наживками на спиннинге. Здесь я вот только с этим ловил. И все, что у меня поймалось, это вот. Очень много разных видов мне попалось. Может быть, попробуем половить на пиявку. Может, нам какой-то карп клюнет, слушайте. У нас же с вами есть пиявки, правильно? Давайте насадим пиявки. У нас их 12 штук, правда, всего. У нас еще и прикормка карповая есть. Так это вообще топ-топовый. Надо было, блин, наверное, еще прикормки купить. Ну да ладно. Хрен с ним. Вот наш новый классный спиннинг. Офигительный. Леска на 50 килограмм, или насколько, самая дорогая. Которая у нас останется, конечно же, на будущее. В другие места. Вот, надеюсь, мы сегодня с вами поймаем огромную рыбку какую-то, карповую. У меня, кстати, почему-то на спиннинг не на все эти клюет. Не на все приманочки. Кстати, уже что-то клюнуло. А почему, я не знаю, может, потому что тут такой рыбы не водится, которая на это должна клевать, по сути. Хрен его знает, слушайте. Так, что у нас тут клюнуло, интересное? Блин, так-то бы... Реально бы что-то прям огромное поймать. Хочется прям на что-то крупное порыбачить. А то надоело это всякая мелочевка. Уже, если честно. Значит, у каждой приманки на спиннинге свой стиль. Попит какой-то есть там. Попит ли? Как он там правильно называется-то? Попинг. Попинг, во. Попинг. И приманка, которая не поверху идет, а которая тонет. Вот, подождите, я пока не буду закидывать, я вам покажу. Вот, вот на это я ловил. Вот на это и вот на это. Но этот воблер почти не клюет. Я не знаю почему. Может быть, он слишком какой-то здоровый для рыбы. А вот этот не летит далеко, потому что он легкий. Вот этот летит нормально. Ну, этот 10 грамм и этот 10 грамм. Вот на этот, кстати, неплохо воблер клевало. И мы сегодня попробуем с вами что-то поймать на это дело. Я вам покажу, как это все дело работает. Кто не знает, конечно же. Вот смотрите, допустим, я отматываю, да? Скорость у нас какая? Скорость у нас 40 пусть будет. И вот так вот ты дергаешь. У тебя получается поппинг. А если ты дергаешь вот так, то у тебя уже поппинг не получается. Нужно именно, чтобы леска прямая была, или как сказать. Ну, короче, чтобы у тебя... Вот прямо был спиннинг, и прямо леска выходила из него. И тогда поппинг получается у нас. А есть еще какой-то стиль ловли? Я так понял, это по поверхности идет наживка, а есть, которая чуть-чуть тонет. Вот там 2-3 метра написано. Но она часто дно задевает, потому что тут мелко, можно сказать. В некоторых местах, да? Вот. Как-то так. Ля... Это что, такое щука, что ли? Не понял, нет, это не щука. Это налим. Налима, кстати, я уже ловил. Налим у нас уже в списке есть с вами. Можно на какое-то мясо половить. Ну, что-то, чтобы такое выловить.
Такое, чего у нас еще нет. Вот так вот мы делаем поппинг, получается. И ждем поклёва. Льет довольно часто, ну, этот спиннинг, да? На эту наживку. Ну, на щучью клюет чаще. Ну, давайте попробуем на эту поймать. Может, и на эту, и на ту поймаем сегодня с вами на видосике. У нас, кстати, утро, просто туман. И кажется, что как-то новатенько. Саня воды. Поппинг. Во. Пошел поппинг. Пошел процесс. Какое слово интересное? Поппинг. Кто тебе все термины придумывал вообще? Какие-то спортсмены, рыбаки? Спортсмены рыбалки какие-то придумывали? Скорее всего. Я когда с батей, помню, на спиннинге на даче рыбачили, маленький был, он меня тоже учил дергать спиннинг. Что его нужно иногда подергивать, говорит. Ну, не нужно, это типа не обязательно, но так ключики интереснее, типа гнаться за наживкой, что ли. Я помню, как он ругался, что я быстро сильно кручу. Быстро не крути, говорит, рыба-то не угонится. И вот такие вот были, короче, у нас с ним разговорчики, получается. Да. Видел, какие-то удочки продают готовые. Ну, то бишь, можно уже полностью собранную удочку купить и только червячков туда насаживать. Какую-нибудь самую дешевую, простую, чисто подергать мальков. Потому что, сколько я 2-3 раза я собирался спиннинг, и у бредих готовы его деклевал, и я психовал и продавал. Хочется что-то ловить. Без улова-то интересно ходить, конечно. Вот, пожалуйста, мы с вами выловили жереха. Вот такого вот красавчика. Такая вот рыбка-болтушка чисто. Можно себе купить какую-то готовую удочку, походить, подергать рыбок, да? Давайте на воблер мы, наверное, не будем. Ну вот на это дело половим. Ни на какие нахрен колебалки, ни на чего у меня тут такое не клевало, которые старенькие у нас вот эти. Да и они как по мне как-то выглядят, как, не знаю, как новичковые какие-то. Не знаю, это как будто что-то старое, забытое уже такое. На них, кстати, никогда вроде не клевало, даже на первом острове. Мы всегда вот на этот коричневый ловили, который у нас сейчас найдет. Вип-атом. Вот на него щука офигенно ловится, да? Мы уже с вами запомнили, конечно же. Так, видео у нас идет 7,5 минут. А мы уже так много с вами сделали. Уже и рыбки выловили. Я тут ночью рыбачил без звука и смотрел на леску. Когда леска начнет дергаться. Закидывал спиннинг, смотрел на леску. Так, надо не забывать поднимать вверх. Это же типа у нас как подсечка работает. Кстати, я что заметил, когда рыба срывается, когда у тебя красный крючок нарисован, лучше удочку вниз не опускать. Ты опускаешь удочку вниз, все, рыба сошла сразу. Я не знаю, то ли она как-то привычная, что ли, в одном положении, она не соскакивает. Короче, хрен знает, но почему-то, когда ты вниз спиннинг опускаешь, у тебя все, минус рыба. Судак. Опа. А судачка у нас еще вроде бы не было, да? Тут такие приколы в чате происходят иногда. Так смешно. Дядечки сидят, подшучивают там. Я еще спросил, типа, а где линь клюет? Ну, рыба же ходит, правильно? А на первом острове мне надо было 9 линей поймать. Я потом это задание отклонил, но не суть. В общем, я хотел поймать линя. Написал в чат, делается линь. Они написали возле коровок. Там, где коровки. Оно, оказывается, рыба-то не ходит, она все время там ловится. Я не знаю, может, она ходит, но не настолько быстро или не настолько далеко отходит. Вот, и там дядечка пишет что-то. Кто пасется на лугу? И там кто-то пишет му в чат. Я так угорал, сидел, капец. Правильно, полуфабрикаты пишут. Ну, короче, это надо было просто видеть, это было смешно. Я хотел сделать скрин, потом вам показать на видео это дело, но не успел. Чат ушел сильно вверх, и я, короче, не поймал это дело. Ну, люди с юморочками есть, да. Но было особенно приятно, что у нас с чата, с игрового,
человек пришел на канал из-за того, что у меня YouTube приписка. Кстати, и написал коммент на видео, где я ловил как раз креветок, где мы с вами закрывали рут на бронзу. Реку, получается. Так, сейчас я ВКонтакте закрою, а то, как всегда, у меня видео, и начинают люди писать. Чувствую себя какой-то важной персоной, конечно. Когда я не записываю видео, мне не пишут. Это всегда почему-то происходит. Как будто бы люди чувствуют, что я занят чем-то важным. Кто хочет посмотреть полную игру по The Fisher Online, прохождение, как это можно назвать, в описании ссылка. Нажимаете на эту ссылку, и там все-все-все видео на самое верхнее тыкаете, они у вас все идут по очереди. Прекрасный, замечательный выбор перед сном, я считаю. Вот на телевизоре включаешь в 2К и смотришь, балдеешь. Картинка классная. Картиночка очень красивая, картиночка прикольная у нас. Вот. Конечно, не 4К, но все же. Но все же. Кайфуете, балдеете с наших видосиков. Вчера я был у бати на день рождения. Бате 51 год исполнился. Сегодня мне очень плохо. Похмела, немного трою. Могу нести тортик. Так что сильно внимания не обращайте. Но видео у нас каждый день. Не могу, конечно, не записать. Мы должны записывать каждый день видео. Ну что, что-то поймается у нас, нет? А где щука, я вообще не могу понять. Столько щук ловилось. Я каждый раз почти закидывал, у меня всегда щучка была. А тут что-то фигня какая-то, слушайте. Может, это из-за тумана что-то? Может, щука как-то в туман не выходит на кушание, на охоту? Может, она не видит приманку в тумане? Не знаю. Может, надо какой-то этот светящийся силиконовую светящуюся рыбку, может, надо. Я смотрел силиконовых рыбок, там есть, которые с синими монетками, с турнирными продаются. И вот я бы у вас хотел вам задать вопрос. Вы не можете вообще комментарии писать и лайки ставить? Спасибо. И напишите мне, пожалуйста, в комменты, как участвовать вообще в турнире и как эти синие монетки заработать. Обязательно ли там побеждать, что там надо делать? Может, ты можешь участвовать и вообще ловить, что хочешь. Просто потом трубу продать. Тебе за это монеток чуть-чуть хотя бы дадут. Я бы был не против записать видео на турнире. Я думаю, вам бы было интересно посмотреть. Это ветер такой, да? Что туман такой это? Или это из-за того, что у меня тени на низком стоят? Да, кто-то мне про тени как написал, если выставил. А погодите, а у нас они вообще... Да, на низком стоят. У меня что-то как-то подфризивает. Мне еще кажется, что вот в ОБС, где сейчас записывается игра, то как-то и поддергивается игра немного. Я когда вначале ходил, были подергивания? Я не знаю, я открыл ОБС, поводил спиннингом, и мне что-то как-то не понравилось, короче. Что-то у нас, слушайте, на пиявку-то нифига не клюет. Не хочет. Опа. Опа, пошло. Ой, хорошо как. Это, кстати, самая дорогая катушка, которая здесь есть. Были катушки на меньше килограмм и спиннинг на меньше килограмм, но они давали много опыта. Но я не знаю, нахрена оно вообще такое нужно. Ну, типа, опыт, да, может фармить прикольно, но на 8 кг, допустим, сколько максимум рыбу утащит? Какую? Нихрена, какая огромная щука. Всего 6 килограмм. А выглядело, блин, как 60. Я не понимаю, как просто работают удочки, я же не рыбак. Допустим, если удочка на 8 кг, а тебя поймается рыба на 15 кг, что будет? Удочка переломится, что ли? Она не сможет такую вытащить? Или нужно профессионально как-то улаживать? Я, кстати, находил на ютубе видос, но я его не посмотрел, блин. Там кто-то выловил трофейчик. Никто даже не поздравит бедного человека. Бедного Кузьку.
Ничего, Кузя, я с тобой. Все нормально. Короче, там видео на Ютубе было очень короткое, и было написано, как вываживать большую рыбу. Значит, тут есть какие-то свои механики, свои фишки, да? Надо это уметь делать. Карась золотой, метка, Толина рыба. Ибо, Толя, Толик, я твоего карасика поймал. Я в чат хотел написать. Толик, я твоего карася поймал, братишка. Давай отдам тебе, верну. Ты зачем карася в реку опустил? Так, закидываем, значит, спиннинг. Опа. Опачки, опачки. Ну, что-то не крупное, да? Блин, а у нас какой крючок-то надет? Однёрочка? Ну, ладно, хотя бы так. А то нулёвка была надета, мы бы всех пиявок бы так просто бы растратили нафиг. Пиявки у меня откуда, я не помню. Может, я их в навозе в крови нашел на первой карте. Реально не помню прям. Кстати, насчет карточек, друзья. У меня же есть какие-то карточки. Тут у меня было три карточки одинаковых собралось. Я нажал правой кнопкой, они превратились вот в водоросли, по-моему. Что такое? У нас есть вот такая карта, давайте ее откроем. И по кейсикам. Кто досмотрел до этого момента, увидит это дело. Связка ракового. Угу. И вот такая вот у нас есть, я ее не трогал. Коробочку эту. Такая интересная коробочка с логотипом Fisher. И у нас выпадает бустер. 3, с цифрой 3, вау. Это что-то классное, да? Она же дорогая. Ну-ка, давайте посмотрим, сколько она стоит. Может, замотаем ее лучше? Кстати, хвостики, я так и не понял, покупают или нет. Вот у меня 66 осталось. Цифрой 3 стоит 3 косаря карточка. О, я не знаю, даже открыть ее или продать. Слушайте, может, мы ее лучше продадим и купим себе донки какие-то. Навороченные более. Хотя донок, опять же, тут круче нету. У меня самые такие по весу нормальные вроде как. Катушки можно чуть получше купить. Деньги-то всегда в игре нужны. Слушайте, давайте я пока не буду трогать эту карточку. Вы мне напишите в комментарии, открыть мне ее или продать лучше. Там поди опять какая-нибудь связка выпадет, мне не нужна. Ну, нафиг вот эти вот мне карточки какие-то. Ну, там говорят, может что-то выпасть ценное, и это типа можно продать. И так могут неплохо новички зарабатывать. Я где-то в чате, что ли, это вычитал. То ли ВКонтакте в чате, то ли в игре, не помню. Короче, напишите мне, продать мне ее или открыть. Ой, а что я делаю? Это же не спиннинг. Стою, подматываю. Ой. В натуре. Вообще иди, человек, анекдот. Ну, получил 100 опыта. Кто-то писал 99-238. Да, ребята пытаются выловить какую-то рыбку, наверное, тоже на бронзу закрывают. Нам еще до бронзы, как до Китая. Но опять же, когда вот сидишь без видео, ловишь. Ты ловишь долго так. Кстати, я чё не взял-то, блин, дурак. Надо было взять. Карась золотой давайте возьмем, может. Пустые карты две дают. Ну и все, наверное. Да какая разница, сейчас наберем задание, да и все. И густыру нафиг возьмем, и сама нафиг возьмем. Вдруг попадется что-нибудь такое. Блин, если сейчас на пиявку что-то классное клюнет, я поеду еще пиявок покупать. Нифига себе. Я, конечно, в видео этот момент пропущу. Чтобы вам на покатушки не смотреть сильно. Блин, мы ехали, так было туманно, да, так атмосферно. А сейчас все. Ушел туман. Ну, глаза болят, если долго туман так-то. Неприятно, типа. Как-то. А карась золотой же? Там жена карасей золотых, по-моему. Трофейный карась, прикиньте, чё? Ёшкин матрёшкин, офигеть. Друзья. Без квеста, конечно. Какой в квест золотой трофейный карась, только весящий? У нас вторая за всю жизнь карасика поймалась. Слушайте, второй карась. Это надо на превью срочно вообще ставить. Охренеть. Слушайте, это такой топ. Это класс просто. Я так рад, что это произошло на видео. Хотя я бы его не стал продавать, просто бы показал бы вам потом. Прикиньте, разделать карася на потроха. Это в натуре самое глупое было бы.
дело. Ни хрена себе, мы еще на пиявочку-то поймали, слухайте. Нормальная тема, нормально. Так. Как нам быстро наловить рыбу, чтобы закрыть этот квест? На карточку. Ой, на карточку, на монетку. 40 килограмм надо. Надо, наверное, червей насадить. Сейчас бы я карася бы, ага. Такой карасика беру просто. Да, и отдаю в задание в какое-то вонючее золотого. Сколько он, кстати, стоит, мне интересно. Тю, никто даже не поздравляет. Какие-то скучные тут люди, я не знаю. Где вообще вот эта вот дружба людей? Вот где вот эта вот доброжелательность вот эта вот? Почему никто никого не поздравляет? Где мои плюсики? Я, блин, карася 1,5 килограмма выловил. Трофейного, черт подери. Плюсиков в чате нету. Я помню, какую-то выловил трофейную первую рыбу, мелкую какую-то херню вообще. Как там плюсами весь чат засыпали. Помните, на видео я выловил? Я еще говорю, больше плюсов. Сыпьте меня плюсами. И увеличил чат. Это было на видосе, кстати, да, тоже. А сколько я без видоса рыбачил, нифига я такого не вылавливал. Блин, ну классно, но я считаю, ну чё, не клюет, зато трофей. Классно, прикольно, супер. Блин, может, слушайте, попробовать еще на что-то половить нам. Может, еще что-то клюнет такое, чего у нас еще нет. На воблерок. Только не вот этот, он плохо летит. Вот этот, да. Можно было еще третий по весу купить, там 15 что ли грамм он идет. 5, 10, 15, 40 идет. Ну что-то я не знаю. Они, интересно, размерами как-то отличаются, нет? Че? Или они чисто по весу только отличаются? Ну, в смысле, крючок разный у них, нет? Или одинаковый? Или они просто тяжелее идут? Наверное, они только по весу отличаются, а мне кажется, что... Вот оно там это не заглотит, тут заглотит. Ну я ж типа новичок. Учусь. Многими из вас, кто смотрит видосики. Прикольно, да, когда новички пишут в комментах, типа, а как сделать вот это, как сделать то, а ты уже знаешь. И ты такой подсказываешь, и прям на душе приятно так. Что-то доброе, типа, сделал. Классно. Помог, типа, человеку. Я думаю... Классно, мы придумали с вами линейку видосов. Новичок рыбачит, мучается. И другие учатся, тоже смотрят. На лиму мы с вами поймали на 2 кг. На 2 плюс, да. И это здорово. Что я решил позаписывать. Но много я поймал без видео, да. Много без видео поймал. Червя навозного я насаживал. Приманка лещ была вот эта, да. Так, на что еще я ловил? Я, по-моему, на навозного только и рыбачил. Я вроде больше ничего не насаживал. Ой, у нас пучок червей есть, 5 штук. На крючки 2-4. А, кстати, еще есть вот такая штука у нас, личинка поденки. Ее можно переработать. Одной из лучших наживок для мирных рыб. 11 штук. А ее перерабатывать в какую-то вообще пыль. Я не знаю, нахер она нужна. Может, какие-то прикормы замешивать, чтобы это типа вау было. Как классно. Раз она хорошо с рыбкой справляется. Кстати, походу вот эта вот тема, которую я купил. Где она? Она в крючках или где она должна быть? Короче, я купил... Сейчас я вам... Это для нахлыста, да. Я так и думал, что это для какой-то другой удочки. Я купил 2 штучки кузнечиков. Увидел, что он не хлывет. А это, оказывается, на нахлыст надевается. А я думал, это как... Не знаю, как бесконечная какая-то тема. Что без червя, без всего можно рыбачить. Типа, надел на донку и... Кидай сколько хочешь. Что за нахлыст? Я вообще никогда не знал и не слышал такое нахлыст. Что за рыбалка на нахлыст? Вы мне можете сказать тоже, пожалуйста, об этом?
И это, конечно, может выглядеть, что как байт на комментарии. Комментарии так-то надо писать. Без комментов тяжеловато будет каналу продвигаться. Длинные, развернутые — это вообще топ. Если еще полный просмотр и лайк, это вообще, я не знаю, этому человеку отдельное место просто на том свете будет. Когда-то. Когда-то будет. Это прям максимум полезно. А если вы еще включите плейлист с видосами, с самого верхнего начиная, и будете какие-то делать свои дела, или вообще уйдете из дома, у вас будет идти это на компьютере, это вообще, я не знаю, это просто плюс и респект. Плюс и респект такому человеку. 100%. Может быть, кто-то спать ложится, там чик включил, звук сильно убавил, и все видосики идут по очереди. Человек утром просыпается, там последний видос уже по рыбалке, допустим, идет. Классно вообще. Супер. Не знаю, YouTube будет засчитывать это за какие-то просмотры, потому что человек ничего не нажимает, не двигает ни мышкой, ничем. Ну, поди, будет. Почему нет? Так у людей просмотры какие-то и набираются, наверное. Не, ну я респектую вообще всем тем, кто сейчас смотрит. Кто досмотрел до этой минутки, конечно же. Что-то у нас, слушайте, нихера не клюет с вами. 30 минут, блин, ничего не наловили доброго-то. Вы мне в комменты там написали, интересно, про стрим-то хотите вы или нет. Я же спрашивал у вас, когда мы на мосту рыбачили. На прошлом видео, по-моему. Можете тоже в эти комменты написать. Под видео. Блин, столько лет я стримил PUBG, знаете. Столько там неадекватных людей, что ты видишь комменты, ты сразу ждешь какую-то фигню. Ну, типа, какой-то подвох, не знаю, какой-то... Какую-то дичь от людей, что они напишут какую-то херню вообще. Но оказывается, что аудитория неадекватная только там. Везде, во всех играх аудитория такая лояльная. Дерьмецо происходит только в PUBG. PUBG Mobile, точнее. Ну что там у нас? Почему равномерно это? А, это в этой вроде бы нет своего стиля, кстати, вот в этой наживке. Блин, давайте хоть что-то еще-то выловим на видео, а то что-то в натуре фигня какая-то получается. Блин, может что-то кроме щуки клюнет. А, кстати, что еще хотел сказать? Я когда ловил креветок ночью на мясо, на нулевой крючок, если кто не знал, думал, что я стану богатым. И еще что я хотел сказать, я выловил 3 форели, по-моему, за ночь. От них вот этих. Радужная, или как она идет? Там же 2 вида форели. Помните, как я ее мучился, вылавливал, чтобы на бронзу закрыть? Я там поплавок утонул, удочка там вообще что-то где-то все плавало, непонятно где. А оказывается, я ее просто на нулевой крючок на мясо вытащил. 3 штуки. Это на номере 1 было. Это, получается, самое начало Германии, Амстердама. Я просто стоял прямо на этом месте, где цифра 1, и рыбачил. Вот, форелечку я поймал. И Никс, такой ник у него интересный. Хочется как Sims прочитать. Блин, ну давай хоть что-то клюнь, а. Пожалуйста. Пожалуйста. Блин, как бы мне сделать превью красиво? А может так и сделать просто? А я, наверное, позамазываю, что там будет лишнее. Где-то справа, слева, там какие-то значки есть. И чисто вот прям что-то напишу на превьюшке. Чтобы вы все посмотрели это видео. Обязательно. Да, интереснее видео, думаю, смотреть, когда у тебя клюет, а не когда ты стоишь и... дергаешься своим спиннингом, что ни хрена не клюет. Но, блин, трофей зато. Трофей, это же имба. Классно. Так, сейчас лучше удочку не опускать, потому что что-то зашкаливает. Верхняя, когда полоска начинает мигать, это значит сход рыбы возможен тоже. Ну, вытаскиваешь ты, потому что по всем, что у тебя надето. Может, у нас, кстати, рыбалка еще на спиннинг плохо прокачана из-за этого, может быть. У нас нифига не клюет, слушайте. Может, из-за этого.
Это там золотое, да, такое было? Было видно. Сейчас посмотрим, кто там у нас такой интересненький. Это вроде опять золотой карасик. Я охренею, если это опять трофейный будет. Нет, это простой. Килограммчик. Пум. В задание. Ну, на карточке-то можно, да, карасей выловить? Хотя... Блин, надо еще два карася поймать. Таких же больших. Да, конечно, зря я его в квест сдал, надо было продать. Ну да ладно. Я просто не уверен, что я буду эти квесты выполнять. Просто сегодня помимо видео есть дела. И видео у нас, кстати, уже с вами идет 30 минуточек. Наверное, дорогие друзья, будем на этом с вами закругляться. Ну, все, что нужно делать, я вам уже говорил, конечно же. Ставьте лайки. Смотрите по ссылке в описании весь плейлист данной игрулечки и других игрулечек, если вам другие игры, конечно же, интересны. Вот. Рыбалку мы пока снимаем. Будем снимать долго, думаю, потому что у нас еще с вами впереди большой путь. Мы только на третьей реке. Я все по очереди на бронзу просто закрываю. Это у нас как цель конечная такая идет. Ну, типа... Потом, может, что-то будем каких-то акул вылавливать, не знаю, видосы выкладывать. Ну, посмотрим. Посмотрим. Время покажет, как говорится. Ну все, всем большое спасибо. Всем пока. Всем до завтрачка.